После каждого воскресенья наступает понедельник. После каждого матча Лиги чемпионов нужно возвращаться во внутреннее первенство. От Реала еще не отошли, а уже Динамо Авто на подходе. Тираспольское дерби в это воскресенье. От Лиги чемпионской сказки к будням чемпионата. Удивительный путь тираспольского шерифа. Воскресенье дерби с Динамо Авто. Не Реал или Интер, но здесь есть свой особенный шарм. Где еще президент клуба 10 минут будет общаться с игроками на поле? Попытается их увести, а потом получит дисквалификацию на 8 туров. Добро пожаловать в национальный дивизион. Это недавние события матча двух лидеров Петрокуба и Шерифа. Да я впервые в жизни вижу, чтобы президент вышел на поле, начал что-то обсуждать. А этот человек пошел к тебе и стал что-то обсуждать с тобой? Да, он подбежал, что-то кричал, но я ничего не понимаю. 5-10 минут мы были в этой ситуации, когда ничего не понятно. Это напрягает. Мы же приехали в футбол играть, а не такие шоу устраивать. Настоящие страсти кипят в национальном дивизионе. В Лиге чемпионов такого не увидишь. Скоро еще одна игра с клубом из Хинчешт. Но сначала приднестровское дерби. Здесь тоже всегда весело. Последние 4 матча Шериф стабильно кладет динамовцам ровно 7 голов. Каждый поединок. Разница мячей в последних 10 играх приднестровского дерби – 48 голов Шерифа против 2 Динамо Авто. Хотя сейчас автомобилисты в хорошей форме – 4 победы в 5 матчах. Дерби будет мощным. Через 2 тура снова на международный уровень. Шахтер будет ждать в Киеве. Последний тур группового этапа Лиги чемпионов. С турнирной точки зрения – никакой интриги. С точки зрения еврокубкового опыта – важный поединок. Всего 6-й в нашей истории. С Шахтера все началось. Горняками Лига чемпионов и закончится. Украинцев в Европе уже не увидим, но нас они особо и не интересуют. Главное, Шериф продолжит кампанию в Лиге Европы. Жеребьевка 13 декабря, тогда и узнаем соперника. Кто-то из вторых мест в Лиге Европы. 2 кандидата уже есть, испанский Бетис и шотландский Рейнджерс. Со второй строчки никуда не денутся. К ним присоединятся еще 6 клубов. Кто-то из них будет нашим следующим соперником, только уже в плей-офф. Новая страница истории, матч уже в феврале.